знаменитую токкату и фугу Баха привычнее слышать в исполнении органа или фортепиано. Совершенно иное звучание. Мировая классика на аккордеоне. Молодой музыкант Артем Третьяков уверен, в современной ручной гармонике подвластны самые разные жанры. Сложности, конечно, присутствуют, но возможности инструмента это позволяют делать, к счастью. Просто влюбился в этот инструмент. Уже в пятый раз талантливый самарец будет удивлять жюри конкурса «Созвездие Жигулей» особым душевным подходом к игре. Москва, Башкортостан, Мордовия, Нижний Новгород, Казахстан. В Самару съехались лучшие молодые музыканты. Соревноваться им предстоит в трех номинациях: баян или аккордеон, домра или балалайка, классическая гитара. Это будет интересный конкурс, соревновательный. К нам приезжают очень много ребят из других регионов, и этот год тоже не стал исключением. Более где-то 100 человек у нас сегодня участвуют в этом конкурсе. 10-е созвездие «Жигулей» посвятили столетию со дня рождения Дмитрия Шаталова, основателя Самарской баянной школы и музыкального училища. Гала-концерт победителей пройдет 29 ноября в Доме культуры имени Пушкина. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.